необходимо провести общественную экспертизу, экологическую экспертизу с подшироким контролем общественности. И сейчас именно об этом и должна идти речь. Должна быть проведена объективная экспертиза. Моя позиция остается неизменной. Я говорил о том, что такого производства не может быть по соседству с Красноярском. В Красноярске могут и должны создаваться производства экологически чистые, экологически безопасные. Красноярцы должны иметь рабочие места для того, чтобы обеспечивать благополучие своих семей. Но данный проект, мне кажется, не соответствует этим требованиям. Поэтому сейчас необходимо вести работу по подготовке этой экспертизы. Экспертиза должна осуществляться под общественным контролем, и в любом случае я призываю красноярцев, обеспокоенных возможным строительством завода, принять участие в группе общественного контроля. Призываем к тому, чтобы была создана общественная группа по контролю за проведением экспертизы. И соответственно, чтобы мы все понимали, как проводится экспертиза, кто является этим экспертом. Михаил Шукевич, но в том поручении сказано довольно однозначно. Если будет положительное заключение экспертизы, значит, соответственно... Давайте дождемся экспертизы, и после этого и будем...